платить за все будут дети. Гарвард – это не то образование, которое дают какие-то мудрые вещи. Логини нумаштир. Мы не медвины, но и ведем сейчас встречи. Правительство предупредило, что зима в этом году для молдаван будет крайне тяжелая. Все из-за того, что возможно полное или частичное прекращение поставок российского газа. Есть война в Украине и полная неопределенность в отношениях с «Газпромом», который пока не отвечает на запросы правительства. Поэтому министр инфраструктуры Андрей Спыну уже заявил, что правительство начало готовиться к сложным временам, которые могут наступить этой зимой. И мы решили узнать у жителей Кишинева, у людей на улицах Кишинева, как к этим временам готовятся они. К этим временам должны готовиться только мои дети, поскольку пенсия у мамы маленькая. Значит, платить за все будут дети. Дети у меня хорошие, так что все с этим в порядке. А как я могу приготовиться иначе? Для этого нужны только деньги. Как думаете, власти и правительство позаботятся как-нибудь о том, чтобы смягчить этот удар? Эта зима была хорошая, поскольку платили, государство же очень хорошо оплачивало каждый месячный взнос, государство половину брало на себя. Так что мне было совсем не сложно. Как будет в этом году, я не знаю. Кирнили, пентручей, купинси, лимич, салари, лимич, с дефичилем, фии, кориан. Майлис, шинану, иста, кори, а есть, кори, есть у кризы, ну, нума, республика ностра, ну, нума, цара ностра, ну, нума, да, и туата луми. Referitor la cum am ieșit, noi și cum am ieșit din toată vremea, din criză, am ieșit și acum. Hăi, și plus să păstrezi sau să ai din 2000 de lei pensia, să mă iertați. Asta e ca cum îți ar spune, existăm de la pensie la pensie, atât ai. Ребята, мы уже давно готовы, мы в возрасте 70 6. Не будем сколько лет. Да, лет. Поэтому мы и приходим сюда вспомнить свою молодость и зарядиться тем оптимизмом, который мы получили при Советском Союзе. И в конечном счете мы поняли, что против ветра плюешь, свою морду получаешь. Поэтому плевать никуда не будем. А что они собираются делать, я так думаю, что им уже пора понять, что... Гарвард – это не то образование, которое дают какие-то мудрые вещи. Не имеем счастья чего. Пенсия наша, но я спим третий ярна, тогда к прецу лет это смогли видеть счастье. Логини не можете. Ну, видеть сингур, и не мое его. Тот лумя жла ласта сождяпты. Тот, что скунхит, тот и есть я. Ну, что сейчас вашим на ярна? Я ам кредерин на кондучеря нашу, сперку съешим кубини, импортанцы simt și noi ajutorul lor, trebuie așa să aibă o susținere din partea noastră. Ce ajutor așteptați de la autorități? Nu, deocamdată nu. Nu așteptați ajutor? Nu. Credeți că... Da, ne descurcăm. În actuală guvernare. Da, ne descurcăm bine. O să ne descurcăm, da. Da, important să aibă grijă de cei care sunt mai puțin favorizați. Noi trăim la bloc. De acum să fie așa să fie. Eu mai îmbrăca în casă, mai călduț o leacă. Nu știu ce să faci dacă situația asta e. Noi nimic de vină. Noi vedem și să trece. Eu s-o cot că Maia Sandu e, o să fac treabă cu domnul Spânu, doamna Natalia. Eu gândesc că ești oameni serioși și o să hotărască. Deci aveți încredere în... Da, eu am încredere în trâns și eu întotdeauna știrile le ascult și am foarte mare încredere în trâns. Dumneavoastră vă pregătiți cumva, nu știu, pentru această iarnă, moral sau financiar? Eu cred că deja ați pregătit și știu că prețul vor fi mari și nu-i nicio noutate mare că va fi o iarnă cu lipsuri, adică cu care vor fi, unii vor avea probleme. Oamenii vor avea probleme din cauza scumpirii prețului la carburanță.